Барыль. Пойду-ка второй. Это Саша Зайцев, студент вуза. И к Насте он испытывает чувства. Но он не в курсе, как себя вести круто перед главной умницей и красавицей института. Саша дико робкий и нерешительный. И поэтому так стесняется подойти к ней. Ведь когда она рядом, даже говорить затруднительно. Приходится ждать, чтобы эмоции подутихли. Но если вдруг что-то бьет его по голове, или же в глаза ударяет яркий свет, или, например, оглушает громкий звук, он становится Федором, который очень крут. Решителен и полон сил, разрушителен и непобедим. Он альфа-самец и сам себе господин. Зайцев плюс один, им будут наказаны хулиганы. Ему будет принадлежать сердце любимой дамы. Он точно будет в институте самым популярным. Зайцев плюс один, им будут наказаны хулиганы. Ему будет принадлежать сердце любимой дамы. Он точно будет в институте самым популярным. Зайцев плюс один. Саша Зайцев, студент вуза, и к Насте он испытывает чувства. Но он не в курсе, как себя вести круто перед главной умницей и красавицей института. Саша дико робкий и нерешительный, и поэтому так стесняется подойти к ней. Ведь когда она рядом, даже говорить затруднительно. Приходится ждать, чтобы эмоции подутихли. Но если вдруг что-то бьет его по голове, или же в глаза ударяет яркий свет, или, например, оглушает громкий звук, он становится Федором, который очень крут. Решителен и полон сил, разрушителен и непобедим. Он альфа-самец и сам себе господин. Зайцев плюс один, им будут наказаны хулиганы. Ему будет принадлежать сердце любимой дамы. Он точно будет в институте самым популярным. Зайцев плюс один, им будут наказаны хулиганы. Ему будет принадлежать сердце любимой дамы. Он точно будет в институте самым популярным. Зайцев плюс один. Он испытывает чувства, но не в курсе, как вести себя круто перед главной умницей и красавицей института. Саша дико робкий и нерешительный, поэтому стесняется пацан подойти к ней. Ведь когда она рядом, он говорит затруднительно. Приходится ждать, чтоб эмоции подутихли. Но если вдруг ему что-то бьет по голове, или в глаза ударяет яркий свет, или, например, оглушает громкий звук, он становится Федором, который очень крут. Решителен и полон сил, разрушителен и непобедим. Он альфа-самец и сам себе господин. Зайцев плюс один, и вдруг показаны все хулиганы. Ему будет принадлежать сердце любимой дамы. Он точно будет в институте самым популярным. Зайцев плюс один, и вдруг показаны все хулиганы. Ему будет принадлежать сердце любимой дамы. Он точно будет в институте самым популярным. Зайцев плюс один. Сердце плюс один.